Что за ковер постелили? Что, сюда можно заезжать? Ставь, а? Ковер постелили, что, сюда можно заезжать? Конечно, а для чего я его постелил? Чтобы не падали, блядь. Вчера приезжали здесь, блядь, растяжки делали, блядь. Ну, вообще погода. Я тогда заеду, да? А? Заеду? Заеду, если что, это, переставлю сразу. Давай глянем еще. Абсолютно новая Тюмень с прилавкой. Абсолютно. Вот только что купил человек. Клиент. Парень. Водитель машины. Автомобиль. Три топора. Перевернутых. Так. Дата производства 23.11.06. Свежачок. Так, 660 ампер. Восемьдесят 4%. Это давайте еще раз поменяем. Может быть плохой контакт. Да пусть заходит. Я его это отъеду, потом поставлю на место. Заходи. Шара, ну-ка место. Место сказал. Лежать некуда. Рожу строить. Так, ну смотри. Батарейка выдает 88%. Ты когда ее купил? Вчера. А, вчера. То есть она всю ночь у тебя в багажнике появилась? Да. Угу. Ну, холодно. Ну, как холодно? Сейчас же тепло. 3 градуса. На батарейке. Так, 88% показывает посуху. 620 ампер пусковой ток. 12,79 НРЦ. Напряжение разомкнутой цепи. То есть мы имеем и сопротивление 4,45. Так, давайте данные запишем. 88. Когда полный заряд 98. Пусковой 620, напряжение батареи 12,79, сопротивление 4,45. Видно, да? Так, давай проверим основной параметр плотность. Плотность, она говорит 1,28 должен. Если будет 1,28, то значит мы с батареей ничего делать не будем. Угу. Ты ее поставишь под капот. Да, сразу поставлю. Если будет 1,26, 1,27, то оставишь, да, батарейку, мы с ней подаем трубочку, да? Мы с ней чуть-чуть пошепчем. Сейчас морозы будут, вообще не будет заводиться. Нет, в принципе. Батарейка-то сейчас крутящая. У тебя 1,6 мы помним? 1,8. 1,8. Ёб твою мать, 1,31 плотность. Нихера. Посмотри-ка. Что за приборчик? Левая крайняя шкала, видно тебе? Так, левая крайняя. Да. 1,31. Ага. Ну давай выставимся еще одну баночку. Но... А у меня такое подозрение, что маленький, маловатый уровень у тебя. Так, ну-ка. В принципе, немножко можно добавить. Вот что-то Тюмень
последнее время дофига много. Или руководство сменилось, или что, ну что-то... Сильно большую плотность, да? Вообще контролем мало что-то. Да, стали немножко своебомными. То же самое, 1.30 с половиной, 35. Mm-hmm. 1.35. Mm-hmm. Так, ну, в принципе, точку можно убрать. А, точку мы уберем на температуру, даже полторы. Потому что у тебя 4 градуса. Батарейки 3,5 градуса. Mm-hmm. На каждые 10 градусов убираем точку. Идеальная температура для замеров это плюс 27 градусов. Mm-hmm. Это идеальная температура. 1,25, ну 1,27 это... Поэтому, знаешь что, мы, наверное, с батареей делать ничего не будем. Mm-hmm. Ты на ней езди. 1.27, ой, блядь, что я делаю, блядь, думал про 1.27 пишу, 1.30. Так, 1.30 запишем, 1.30. Ставим ее под капот, и давай после Нового года подъедешь, и мы посмотрим, постарайся сохранить вот эту бумажку, хорошо, чтобы мы по ней сверились, сейчас ставь ее под капот, вот эти движники наши, они, в принципе, скорее всего, ничего не дадут, но мы еще скинем корректировку на параметры. О, черные крышки, блядь. Черные, черные крышки, блядь, должны быть желтые. Мы еще скинем на то, что батарейка, ну, она чуть-чуть холодная. Вот эти замеры по тестеру, они тоже должны производиться при 20 градусов. От 20 до 25 градусов корректнее. Так что будем считать, что у тебя батарея, она соответствует параметрам. У тебя что, прямая полярность? Ну вот так вот она расположена у меня. Ну, на китайцах. На китайцах. Да. Хотя не на всех тоже. Так что ее ставь, а свою можешь занести. Сейчас, вот, кстати, да, давай занеси и посмотрим, что с ней. Так, пусть пока это, я сейчас сниму. Ага, да. Сейчас давай это проверим. Дверь прикроешь. Не записал, да, тут когда-то было. Да, я где-то недавно. Ну ты просто приезжал проверить ее. Да, проверил. Ага. То есть ты, мы ее не обслуживали. Нет. Ну вот можно обслужить, если что. Так, 12.20.03. Дата выпуска. Так, 65%. Так, 63% было по суху. Ну, я же тебе сказал привезти ее. У меня не было. А? У меня не было аккумулятора. А, не было. У тебя плотность 1.25 была. Ну. У меня не было аккумулятора. Вот я аккумулятор взял. Теперь можно обслужить этот. Надо было каким-то образом на 1-2 тебе стоять нельзя, да? Так я искать. Кого-то просить. У тебя с утра какая проблема? Ну, вообще стартер не крутится. Вообще не крутит? Вообще не крутит. Вообще даже вообще не... Вообще даже. Не... Потом раз 10 так вот сделаю. Как? Ну, ключом. Ага. Там щелчок раз, щелчок слышно. И пока... Когда щелкнет, начинает крутить? Не, щелчок слышно, он не крутит. Потом раз 10 вот так сделаешь, потом уже сразу заводится. Начинает хорошо крутить.
Вообще сразу заводится. Сразу после заводится. 10, после 10 щелчков. Ну, значит, батарея все-таки крутит. Да, крутит, да. Значит, у тебя проблема где-то либо с реле, либо втягивающей. Эту проблему... Я новый стартер поставил. А, новый стартер. Ну, да. Значит, втягивающий. Где-то у тебя может проблема даже быть в самом замке. Может, в замке. Ну, вот этот электрик тебе... Электрик не скажет. Не сказал. Не глядя тебе сказал, что... Да. Нет, как он тебя... посмотрел. Как он посмотрел приборами, что проверил. Он посмотрел? Ну, напряжение там, это что-то померил. На аккумуляторе? Да. А у тебя вот эта проблема, она только с утра или на протяжении дня может быть возникнуть? Днем нормально заводил. Днем заводится. Нормально, да? Утром, вот, когда я ухожу с утра заводить, только, да? Да, когда она постоит, ну или когда постоит долго, вот она начинается. Вот, ну он сказал аккумулятор сначала, а потом если аккумулятор не это... Ну как, он по итогу-то у тебя начинает крутить? Ну да, начинает, да. Тебе с утра надо именно в тот момент, когда не заводится. Так я его и позвал в тот момент, когда не заводится. Он померил в тот момент. Приходит на стартер. Да. Приходила. Да. Релюшку меняли? Нет, ничего не меняли. Ну, попробуйте реле поменять. Может там в самих контактах, если будет окисление, оно такие симптомы и будут. Так, эта батарейка у нас... Релюшка на... 660. На что? На стартер? Непосредственно на стартер. Если у тебя стартер не срабатывает, ну, по итогу он начинает крутить эти... Ну, так только потом крутит. Так. Ну и батарейка, конечно, у тебя просажена. Что вот сейчас на ней ездит, и с учетом того, что у тебя должно быть поверхностное напряжение, батарейка сейчас просаженное напряжение. А у тебя вольтметра нету, да, в салоне никакого? Не, ничего не. Ну то есть ты контролировать не можешь. А прикуриватель лампочки есть? Прикуриватель есть. Есть. Закажи на Валбересе. В прикуривателе есть зарядки для телефона. И они с вольтметром, чтобы ты контролировал состояние... Вольтаж? А? Вольтаж показывает? Да. Он показывает напряжение. И этот... Ну и заодно можешь телефон зарядить. Ну, она стоит там сущие копейки, по-моему, 1500 тенге, что ли. Именно с напряжением, которое... Да, да, да. Так, вот смотри, 58%, ты когда приезжал? На неделю? Это неделю. Нет, неделю не надо. Не может, надо так. Может раньше. Недели две минимум, да? Тебя не было. Может даже больше. Нет, что-то... Нет, неделю, мне кажется. Да, ну, неделю, там... Да быстро так время. Я просто неделю запоминаю каждого клиента. Да? Ну, чуть больше, может, полторы недели. Так, пусковой ток 504 ампера для 1.8. При такой погоде у тебя передний привод, да? Да. Даже задние колеса должны крутиться, ну, с таким током. Напряжение 12.63. Сопротивление 5.49. Теперь давай пробежимся быстренько по баночкам, ареометрам, и узнаем плотность. Так. Что мы видим на батарее? Видим 6 градусов тепла. Ой, собачка. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Здравствуйте. Так, у тебя плотность 1.24, ты еще просадил. Может, так. Это коротит, нет, там, по системе, да? Ну, может коротит, я не хочу гадать. Но вот данные, которые мы записывали с тобой, 1.25 было. Сейчас батареи абсолютно просили. Ничего не делали. Вот сейчас плотность 1.24, 1.23 даже. 1.23 еще точку уберем на корректировку по температуре. То есть получаем 1.22. У тебя батарейка еще просела. Магнитофон у тебя включается при выключенном ключе зажигания? Ну, вообще да, если я его сам не отключу. Ну, ключ зажигания у тебя в кармане, а магнитолу ты можешь включить. А, нет.
не включается. Паразитку электрик я мерил, паразитную нагрузку. Хрен его знает, он что-то мерил. А какой электрик? Кто? Что за электрик? Ну вот, в этом, где вторая школа, частная дома. Саня? То есть он тебе замерил зарядку? Ну да, все замерил. Зарядка, сколько у тебя зарядка была? 14. 14, ну, 14. В любом случае с нагрузкой мы 14 видели, да? Да. Ага, все понятно. Так, где моя нагрузочная вилка? Давай, глянем. Так, 12,6. Без нагрузки видим резкую посадку 9,68. Так, коротыша не видим, но батарейка, конечно, просажена на тебя. Так, 1,23 запишем, чтобы мы увидели. Я уже корректировал не самое 1,23. Так, номер 3303. Как зовут тебя? Анатолий. Так, сегодня у нас пятое. Ну все, Анатолий. Ну, эту батарейку ставь, катайся. Сейчас это я поработаю. Посмотрим по результатам, что она покажет. И ну, в любом случае после Нового года подъехать надо будет, если что. Мы еще раз проверим ее. Надо будет отогреть, и чтобы сравнить параметры. Спасибо. Еще раз. Здравствуйте. Шлюху его. Аккумулятор хотел, чтобы посмотрели. Ну, плотность. Заносите. Ага. Заносите, все будем спросим. Да. Он на автомобиле или вы привезли? Я привез. А, привезли, заносите. Thank you.